Слово предоставляется художественному руководителю и дирижеру оркестра «Северная Венеция» Эдуарду Томшину. Уважаемые наши почитатели, петербуржцы, гости нашей столицы, все те, кто нас сейчас смотрит в прямом эфире за рубежом, в дальних странах и на всех континентах. Оркестр «Северная Венеция» искренне поздравляет всех с наступающим Новым годом, с Рождеством Христовым и желает всем благоденствия, успехов в делах и, безусловно, отменного здоровья. С праздником, наступающим Новым годом вас!